Хочу подякувати всім підписникам каналу «Військовий екстрасенс» та особисто Івану Дригову, що долучилися до збору. Завдяки цьому нам вдалося зібрати частину коштів, але, на жаль, не вся та сума, яку нам потрібна. Тому прошу, будь ласка, небайдужих трошки пришвидшити, допомогти нам у зборі для ремонту нашої машини, нашого залізного автомобіля. Судім. Ну давай, що обсуждати будемо? А я новости читаю. Говорят, в НАТО реально обсуждают приведение к ядерного оружия в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая. А, ну ясно. Ну пускай. Вы реально верите всему тому, чему, ну, что у вас по телевизору показывают? Как ты считаешь, что нужно для того, чтобы началась ядерная война? Что для этого нужно? Слушай, я, если честно, даже не могу тебе это сказать. Я не очень любитель вообще вот этих вот тем политических. Я вот считаю, что это вообще бред. Понимаешь, на просторах интернета, вот как два незнакомых человека встретились, допустим, ты с Украины же, правильно понимаю? Да. Я с России, то есть, знаешь, фишка в чем, что с вашими ребятами, с кем не общался, между земляками твоими, которые с Украины, они сразу начинают грубить, начинают кричать, что будут головы резать на всех. Зачем мне это? Зачем мне эта история? Я тебе говорю про то, ты сейчас со мной общаешься. Смотри, я тебе задал вопрос. Как ты относишься к тому, как человек, который, возможно, на себе ощутит ядерное влияние? Как ты на себе это, как ты вот себе представляешь возможность этого? Смотри, возможность этого. Понимаешь? Ведь, да ведь нагнетает какая-то вот такая ситуация с ядерным оружием связана. Друг мой, послушай. С тактическим или стратегическим. Вот ты, живя в России, вот представь себе на секундочку. Давай представим гипотетически. Летит со стороны Америки в Россию ядерная ракета. Какая вот у тебя реакция? Что ты будешь делать? Погоди, остановись на секунду, пожалуйста. Как ты можешь это гипотетически представить? А почему нет? Если летит на тебя ядерная боеголовка, так, то, друг мой, это привет с Хиросимы называется. Ты даже подумать нахуй не успеешь, когда она прилетит, и ты рассчитываешь. Вот. Так я же тебе об этом и говорю. Так к чему дошли? К ядерной войне? Ты серьезно веришь, что она случится? А почему нет? Какие у тебя есть аргументы против? Да ё-моё, тебе сколько лет, друг мой? Прости, 56. 56? Почти, я рассказал. Ты серьезно? Что? Почти. То есть 55 тебе? Почти 56. А по паспорту-то сколько тебе на данный момент? Это не важно. Это вообще не важно, сколько мне лет. Я тебе задал конкретный вопрос. Смотри, к чему дошло то, что Путин развязал, к ядерной угрозе. Какой нахуй развязал? Не матерись, старик. А кто развязал? Может быть, Америка нахуй развязала потихоньку территорию. Попробую говорить как культурные люди, не матерясь. Это возможно, это реально вообще. Давай. Давай. Хорошо. Давай. Задавай вопрос. Я же тебе задал. Давай прямо, извиняюсь, потому что у тебя вопрос какой-то, ну, нелепый. Давай короткий, конкретный вопрос, на который получишь ответ. Я тебе, по-моему, очень кратко объяснил суть вопроса. Нагнетает угроза ядерной войны. Это слышно из уст ваших властей, пропагандистов. И сейчас об этом заявила США. Новости российские, я только что прочитал. Если ты уверен в том, что этого не будет, тогда какие у тебя есть аргументы так считать? Скажи мне и все. Секунду. Напиши, знаешь как? В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние готовности. Напиши в Гугле так. А ты знаешь, что такое приведение оружия в состояние готовности? Что это означает? Ну, я же тебе вопрос задал. Что за невоспитанность отвечать вопросом на вопрос? Смотри, это означает, что они привели ее в готовность к использованию. Угу. И готовы ее использовать, запустили. Что значит запустили? Готовы использовать только. Намеренно это сделать. Ты реально в это веришь? В России нету этих новостей. Напиши, пожалуйста, в НАТО, так пиши, как я тебе диктую. Давай. В НАТО обсуждают
приведении ядерного оружия. Секундочку. Так, обсуждают. Прием. Смотри. Смотри. Ничего не видно. НАТО обсуждают прием Украины, там т-т-т-т. При чем здесь прием? Ты дальше пиши, ты же не написал ключевые. Смотри, вот смотри, идет ядерная война, да, вижу, ядерная война, вижу, на пороге. НАТО обсуждают... Ниже, смотри, у тебя ниже появилась уже статейка, ядерная война на пороге. Смотри, вот. НАТО... Давай я ее открою. Блин. Нет, ты не ее открой, ты открой новость, которую я тебе только что прочитал. А, Вот я открыл. Да, страны Североатлантического альянса приступили к обсуждению вопроса необходимости привести ядерное оружие в состояние боевой готовности. Прямо сейчас страны НАТО ведут консультацию по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние т-т-т-т-т-т. Где здесь сказано, что они собрались вообще по России ударить, вызывает Китай. Он указал, что в настоящее время осуждают озабоченность НАТО, вызывает Китай, который вкладывает большие средства в создание современных видов оружия. Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия. Где ты здесь увидел, что они хотят применить это? Ты вопрос мой слышал? Теперь вопрос. Ты вопрос слышал, который я тебе задал изначально? Давай еще раз. Прошу прощения, я просто, я же сделал Столтенберг то, что... Столтенберг в НАТО, от его слова, в НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая. И дальше идет где статья. Это такое название. Стой. Я же тебе только что диктовал. На, посмотри. На, без проблем. Читай. Не видно? Видно все. Подожди, мне... Ну, плоховато видно. На, смотри. Так, генеральный секретарь НАТО. Так. Так ты название... Я понимаю, что напиши название. Расходятся. Напиши название, смотри, как у меня. Я сейчас другой открою. Сейчас, секундочку, НАТО, я отвечу, подожди. Я отвечу на телефонный звонок, извини, пожалуйста, сейчас, секунду. Алло. Да. Да, я тебя уже слушаю, да. Я несколько уже статей прочитал. Я тебе только что читал, как написать в заглавии, чтобы ты нашел эту статью. Ой. Напиши еще раз. Теперь вопрос. Ты понимаешь? Да я написал слово в слово, как ты сказал. Нет. Ты понимаешь, что у нас новости расходятся? Я тебя прошу еще раз. Напиши, как я тебе говорю. Пиши слово Столтенберг. Это генеральный секретарь. Просто пиши слово Столтенберг. Пиши. Угу. Потом пишешь, в НАТО обсуждает. Пишешь? В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия. В состоянии готовности. Да, блядь, мне не надо полностью это писать, напиши, чтобы хорошо, понимать. Хорошо, жми Enter свой, давай, покажи мне, что нашел. Держи. Теперь смотри, как ты знаешь, всегда выдает самую известную статью, самой первой. Открываем ее. Вот, и читаю. Теперь страны НАТО начали консультацию по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, заявил это Столтенберг. Так, он что тебе не нравится здесь? А, не нравится тебе здесь? Что тебе... Найти друг... Я тебя спрашиваю, что тебе здесь не нравится? Ну, нашел ты статейку, ну, все правильно. А что у тебя, какой вопрос-то по поводу этой статейки? То, что они обсуждают применение ядерного оружия. Смотри, дожились до того... Правда, они с 91-го года... Ты мне вопрос задал. Мы дожились до того, точнее, Путин развязал войну, и мы все дожились до того, что мы говорим о ядерной войне. Как тебе это в 21-м столетии говорить о ядерной войне в цивилизованном мире? Потому что Россия не цивилизованная страна, вмешалась в цивилизованные страны, понимаешь? Своим какие вот этим вот своим желанием империализма добиться своей какой-то там исторической справедливости гнилой, на которых понятиях уже давно никто не живет, на этих понятиях. Уже давно поменялся мир. Никто не воюет за территорию, уже этого нет в современном мире. Одна Россия, дикая страна еще осталась, которой нужно что-то захватывать. И вот дожили до того, что мы говорим о ядерной войне. Ты понимаешь, что такое ядерная война? От России не будет. Смотри, России не будет. Тебя не будет, понимаешь? Твоих родственников не будет. Зачем? К чему? Ради чего? Объясни мне.
Ты как это вообще мог понять, друг мой? Прошу прощения за мат, я приношу свои извинения. Цивилизованные люди, а цивилизованные люди живут в свободе слова. Следовательно, говорить мне за мат, ну, никакого нет. Это нет, первое. Мы не о свободе слова говорим. Свобода слова – это не то чуть-чуть. Свобода слова – это когда ты не можешь выйти к площади Красной и показать какой-то протест. И тебя это пакует бобик. Это свобода слова называется. А ругательное слово «мат» в Ютубе запрещено. Блокирует Ютуб. Ютуб некорректные слова. Какие-то некорректные слова, а он его обрезает. Или ну, там, блокирует видео, если там оно употребляется. Поэтому я тебя просил не употреблять его. Как я могу по имени к тебе обращаться? Аристарх. Как я могу к тебе по имени? Аристарх. Аристарх. Ты, походу, еврей, ну да ладно. Начнем с другого. Я украинец. Кто цивилизованная страна? Тебе что, все пересчитать? Украина? Тебе все пересчитать страны? Украина? Нет. Ну, а что ты хочешь? Украина цивилизованная страна? Конечно. В каком месте? Посмотри, вы же поэтому и развязали эту войну, чтобы остановить развитие да Украины. Да при чем тут посмотри, стой, подожди, я тебя очень долго слушаю. Смотри, вы для этого и развязали эту войну, для того, чтобы остановить развитие Украины. Поскольку Украина начала вас обгонять по всем пунктам, по всем рейтингам, Украина начала вас обгонять. Даже в экономическом плане Украина начала быть выше вас. По всем статистическим данным. Даже вашего Росстата до 22 года Украина была выше по всем позициям, по всем, по всем. Поэтому вас это задело. Путин видит, что мы отрываемся в цивилизацию, в Европу, в Америку. И он не захотел нас отпускать. Это одна из причин, понимаешь? Даю тебе слово, давай. Просто какой ты сумасшедший, извини, пожалуйста. Вот просто пи***ц. Извини, тихо. Ну, тебе надо, придется надо послушать мат. Нет, ты можешь пролизнуть меня нахуй. А ты все, ты сдуваешься ты, уже? Ну, тебе нечем крыть? Нет, я просто в ахуе, друг мой. Я нет, не надо, не матерись. Мне потом запикивать сидеть, не надо. Да нахуй. Да тихо. Игорек, не надо, не копишуй так сильно. Все хорошо. Тогда слушайте. Тихо, Игорюня. Игорюня, смотри, ты если будешь материться, я тебе звук вообще выключу. Не надо, я тебе не разрешал материться. Я тебе материться не разрешал. Когда я тебе разрешу говорить, потом будешь говорить. Смотри, я тебе даю слово. Сейчас легонько, даю тебе слово. Голос, Игорь. Игорь, голос. Пысы, плаки. Тихо. Игорь, голос. Все, видишь? Ты команды слушаешь хорошо. Дрессировочка прошла. Ты не хочешь общаться? Все, сливаешься. Пошел. С России. Откуда именно? Ростов. Что там у вас случилось в Ростове, расскажи? Что там же театральная постанова была? Слушай, я, честно, вот мне уже это не первый человек говорит. Случайно по новостям прочитал, что там якобы в СИЗО какие-то там эти ваххабиты захватили это, охранников. Так говорят, украинский ну, след. Ну, там типа мочканули. Не знаю, не читал про это. Я понял. Возможно, не знаю. Возможно, украинский след, да? Короче, как-то так. Украинцы там уже, да, себе так? Без понятия. Я понял. Ну, в СИЗО, в Ростовском, вроде как, да. Охранников. Много этих украинцев сидит. Ну, в смысле, военных. Понятно. Ну, кругом украинский след, я понял. Как ты вообще относишься к тому, что происходит? Я бы... Да нет. А, слушай, ну, война, конечно, плохо. Но то, что происходит, блин, ну, происходит. Что теперь делать с этим? А то, что это вот ситуация, которая сейчас между Россией и Украиной, а точнее ситуация, которую развязала Россия, она перешла к разговорам о ядерной войне. Ты как к этому относишься? Да, я думаю, что, наверное, видимо, придется да, применить. Не можем победить так просто. То есть надо будет, видимо, ядерку применить. А ради чего вы готовы? Ради чего вы готовы уничтожить там много миллион людей, тем более своих даже людей, готовы идти на такие жертвы? Ради чего?
Вот в России, вы же понимаете, что если полетит с вашей стороны ядерка, так и к вам полетит. Вот, и, ну, многомиллионного населения России не будет. Подожди, так у вас нет ядерки. Ну, во-первых, у нас ее пока нет. А во-вторых, это же не означает, если у нас ее нету сейчас, то Америка даст вам возможность просто использовать ядерное оружие, а в ответочку вам ничего не пустит. Он же, помните, как пообещал президент Америки, если Россия будет использовать ядерное оружие... Да, подожди, президент Америки говорить не значит делать ведь. У тебя так лагает... Я думаю, что они очканут. Лагает так у тебя интернет, капец. Вот ты вот да так вроде вот, Wi-Fi хороший. Вот нет, когда, да. Когда не двигаешь камеры, тогда лучше. Когда ты начинаешь ее шевелить, оно лагает. Вот так вот держи просто ровно, не двигай. Не буду. Хорошо. Я думаю, что Америка заочкует. А если не заочкует? Тогда она не пьет. А ради чего это все? Вот скажи, ради чего? Какие вот цели такие глобальные, мировые такие, да, какие-то, может, исторические? Ради чего это все? Да блин, я не знаю, честно. Проучить соседа нехорошего, ну все, нет цели никаких. Территории захватить. Просто захватить территорию? Какие цели? Так это же как-то не современно захватывать территории в 21-м столетии. Что это такое за захват территории? Это раньше там Гитлер, по-моему, был последний, кто захватывал все. Что, опять возобновилась гитлеровщина? Да нет, мы это как раз-таки против Гитлера. Как это вы против Гитлера, если полностью идете по следам гитлеровским? Какие следы, например? Полностью. Вот, прошу. Смотри, полностью совпадение один в один, как это делал Гитлер и то, что делаете вы сейчас. Один в один все. Ну, значит так. Я понял. Значит так. Почему нет? Можем? Можете, да? Себе позволить. Ты себе голову не можешь помыть жирную, а ты говоришь, можешь позволить. Так я наоборот только душу. Это просто сырая голова. Ни стрижки нет, ни стоматологии нет. С утра пиво пьешь. Ты говоришь, можешь позволить. Вы лучше позвольте нормальный быт сделать дома. Это себе позвольте. Нормальные культурные семьи постройте. Нормальное общение, культуру какую-то внесите в свое общество. Научитесь жить хорошо. Не материться, например, да, когда вы общаетесь в чат рулетки. Какие-то ценности нести в мир. Возможно, какие-то даже научные прогресс какой-то делать. Вот туда нужно деньги вкладывать. А у вас ученые у вас разъезжаются по всему миру, только не в России. Потому что в Америке им платят деньги. А в России бананами рассчитываются. Поэтому они вынуждены поехать работать в Америку. А вы говорите, можете позволить. Позвольте себе то, что бы развивало вашу страну, а не то, чтобы уничтожало вокруг остальные страны. Не надо параллельно со мной говорить, потому что когда я говорю, у меня такая штука, программа стоит, у вас резко звук выключается. Потому что я вас не слышу, когда вы параллельно со мной говорите. Теперь я вам включу звук и говорю, хорошо, говорите. Да, в России, наверное, невысокие зарплаты, к сожалению. Надо с этим что-то делать. А что я хорошего есть в России вообще? Чушь, блин, все классно. Я не знаю, как тебе объяснить. Магазины, улицы, дороги, все хорошо. Ну, давайте начнем с магазинов. Вот у вас есть специальные такие магазины, даже рынки, насколько я знаю, где строятся очереди из пенсионеров, которые ждут просрочку, чтобы там их выставили и по дешевой цене, и им продают просроченный товар. Огромные, огромные очереди, и пенсионеры бьются за эту просрочку. Даже есть реальные драки, где бабушки между собой дерутся за просроченный товар. Это насколько надо низко впасть, чтобы в великой, как вы считаете, стране, которая продает огромное количество ресурсов в день на миллиарды долларов, пенсионеры себя чувствовали как бомжи, как отбросы общества. Можно, это моя магазин. Да, отвечайте. Тут, я не знаю, я клянусь, я никогда не видел такого. Это где у вас написано? Я могу вам видео показать, хотите?
Давайте. Давайте. Нет, просто я не видел такого. Да-да-да, сейчас я покажу. В Москве, кстати. Не знаю, ну, не наблюдал. То есть я хожу в магазины, ну, может быть, каждый день, наверное, не каждый день, ну, неважно. Но я ни разу ни одной очереди не видел. И вообще у нас просрочка. Я вам сейчас все покажу, не переживайте. Нет, я не переживаю абсолютно, конечно. Нет, если это есть... Видели? Вот. Честно говоря, вот, не очень, но... Что? Допустим, я говорю, я не рассмотрел, конечно. Это... Наверное, может быть и правда. Нет, подождите. Таких видео очень много. Есть видео, где ветеран труда... Это очень плохо. Ветеран труда, женщина. У нее пенсия 13 тысяч рублей. Она говорит, у меня 13 тысяч рублей... 13 тысяч рублей пенсия... И у нее 5 уходит на аптеку. Коммунальные услуги 3, 8 плюс 8 получается, минус 13 минус 8 остается 5000 рублей на прожизнь. Ну, никогда не остается. И она, это, у нас нет таких пенсий. И она вынуждена. Нет, нет таких пенсий у вас? Нет, у нас низкие пенсии. Да, 13 тысяч рублей. Низкие. Да, и у нее 5000 остается на жизнь. Вот. И она вынуждена стоять в очереди и говорит, я ветеран труда. Я вынуждена стоять в очереди за просрочкой, потому что по-другому я себя не прокормлю. Это мы о магазинах поговорили, да? Что там вы еще называли? Что великого у вас? Кстати, я и так, между прочим, скажу, что в Америке тоже роются в мусорных баках, тоже роются. Но только не пенсионеры, а бомжи. И они там живут, бомжи, не потому, что им плохо живется в Америке, а потому, что у них такой образ жизни. Знаете, как раньше были хиппи, вот они такие рокеры, такие отшельники, знаете, им нравится свобода. Вот они на улице просто жили. И вот в Америке есть такой способ жизни, бомжи называются. Нет плохой жизни, а просто от того, что им так нравится. Так у них пособие у бомжей 741 доллар. Можете перевести это в рубли. У нас нет пособия. Я говорю в Америке. В Америке. 740... А у нас нет. Да, у вас нет. 740 долларов получает бомж как пособие. Сколько получает... А у вас средняя зарплата 740 долларов на России у людей работающих. Я уже молчу о пенсионерах. Ну, если перевести 740 долларов перевести в рубли, это будет 74 тысячи. Это средняя зарплата на России. Да, примерно так. Вот. Примерно так, да. Вот. А там мы говорим о величии России сейчас. Что еще вы называли такое великое? Давайте продолжим. Вот вы магазины сказали. Что дальше? Возможно, у вас... Я не знаю. Возможно, у вас какое-то производство какой-то техники там бытовое. Возможно, у вас телефоны какие-то, производство телефонов есть. Или ноутбуков. Возможно... Нет, телефоны корейские. Нет, телефон корейский. А российские есть у вас? Нету. Нет. Хорошо. Автопром. Расскажите про украинский телефон. Что у вас с автопромом? Про украинский. Расскажите. Сейчас. Мы сейчас о России про говорим. Мы потом придем на Украину. Мы говорим о великой России. Нет. У нас только Жигули. Вот видите, в чем же это величие? Ведь вы сами сказали, что нам все тут нравится, у нас мы великие. В чем величие? И вы это величие решили нести еще в другие страны, вот в Украину. На захваченных территориях сейчас люди жалуются, что им плохо. В Донецке нет воды, в Мариуполе нет где жить, у людей квартиры отбирают в Мариуполе. То есть там, если ты там жила, если ты думала, что тебе сейчас построят новый дом, и ты там будешь жить, да, так нет. Давай тебе по же факту, твою, давай, тебе, давай тебе, по фактам, тебе же твою квартиру потом продают. А если не хочешь ее покупать, подожди, отдадут бурятам. Все. Можно говорить по факту, да. Я, когда в 2014 году Крым перешел в Россию, я в 17-м переехал туда по работе. И 3 года там прожил. Ну, мягко скажем, там до хрена что сделано. И почему-то люди хотят назад в Украину. В Севастополе я там. И почему-то люди, живущие в Крыму, хотят назад в Украину. Ну, это неправда. Хотят. Ну, хотят, честно, чтобы их быстрее освободили. У меня куча роликов с ними записано, где люди просят побыстрее освободить их от этой поганой российского мира.
И я такого не знал. В смысле, не знаю такого. Там с Украины, да, наверное, там кто-то хотел, может быть, но я... Ну, конечно же, вам пропаганда такого... Вам такого пропаганда не покажет, понятно? Нет. Я говорю о том, что я знаю лично людей, там не хотели они обратно. Я понял. Я не знаю, почему. Хорошо. У вас ко мне есть вопросы какие-то? Если нет, я побегу дальше. Да нет, вопросов никаких абсолютно. Все. Нет, я из России. Я говорю из Украины. А, вы из Украины, я из России. Часто вы бываете в украинском городе Краснодар? Как бы это вам сказать? Украинским он никогда не был. Ни Крым, ни Одесса. И до сих пор это не украинские города, это русские города. Мы же о Краснодаре говорим. А Краснодар тем более никогда. Это Екатеринодар. Слушайте. Этот город был подарен Екатериной. Смотрите, какую нашел вчера интересную квитанцию. Я вам что хочу сказать. Нет, подождите. Тихо. Секундочку. Написано. Наркомосвіти, Північно-Кавказский Український науково-дослідний інститут 20 числа 1931 року, місто Краснодар. Пожалуйста, квитанция. Украинскую мову. Почему так получилось? Вы можете это самое... А что так получилось? Хрен написано. А что так получилось? Что это за такая квитанция, скажите? Культурно. Да я так-то матом особо не ругаюсь. Просто. Ну, в чат-рулетке. Просто сейчас что-то резко у меня. Только всплеск был. Да я готов. Просто. Как тебя зовут, скажи? Допустим, меня зовут Давид. Допустим. Ну, хорошо, Давид. Да. Откуда ты, скажи, с какого города? С города Ярославль. И ты сейчас там, да? А, ну да. Под VPN-ом сидишь? Нет, почему? А Кострома близко возле вас? Да, 80 километров. Потому что у тебя показывает расширение, показывает Кострома. Кто показывает? Есть такая программка. Чат-рулетки, она показывает, что ты находишься в Костроме. Ну, она врет, наверное. Врет? Возможно. Ну, как врет? Кострома 80 км отсюда. Давид, скажи мне, а кто ты по национальности? А это очень важно. Потому что нет, ты внешне похож просто не на русского точно. То есть, или ты какой-то кавказец. Еврей я похож? Или кавказец, или еврей, я как раз хотел спросить. А реально? Да. А, нет, ну я не еврей. Ну, араб какой-то, нет? Или кавказец? Кавказец. А откуда именно? Предки твои откуда? Спрашиваешь, почему? Ты хочешь меня так быстро пробить, там, тебе помогает мне пробить? Нет, мне просто интересно, откуда ты, чтобы как-то понять, о чем можно с тобой пообщаться. Ну, я же тебе сказал, я с России. С Кавказа. Вот предки. Предки с Кавказа? Ну да, конечно. Ты считаешь, Ичкерия должна быть свободной? Я никакого отношения не имею ни к Чечне, ни к Дагестану. Я же тебя другое спросил, совсем другое. Я говорю, как ты считаешь, Ичкерия должна быть свободной? А можно по-другому ответить на твой вопрос? Не конкретно, а просто мое же мнение, оно не важно, правильно? Как это? Я же твое мнение спрашиваю. Мне интересно твое мнение. Но оно не важно, правильно? В смысле не важно? Для чего? Ну, вообще, для чеченцев, для русских, для украинцев. Мое смотри, мнение, мы сейчас с тобой общаемся. У нас с тобой диалог. Я вообще что делаю в чат-рулетке? Захожу сюда. У меня есть две миссии. Я или просвещаю россиян чего-то нового, да? Или интересуюсь, чем они живут. Вот я сейчас до просвещения, я сначала интересуюсь, чем вы живете. Вот хочу у тебя спросить, как ты считаешь, должна ли быть Ичкерия свободной? Все? Хорошо. Я считаю, что я некомпетентен в этом вопросе,
потому что вообще никогда не слушал, не слышал про такое государство или про такую республику, как Ичкерия. То есть я нигде никогда не читал. Ты слышал о таком государстве? Дагестан, Чечня. Вот, такое слышал, да. Они должны быть свободны от Российской Федерации? А они хотят быть свободными? Я не это спрашиваю. Я у тебя интересуюсь, как ты считаешь. Так это странно. Это то же самое, я бы спросил. Гамбург должен быть свободен от, я не знаю... Гамбург – это город, ладно. Надо же такое, такой же пример, как... Приведи это... пример, давай, приведи. Так, я даже не знаю, какие еще... я не очень... Знаешь, почему ты не знаешь? Знаешь? Потому что... Есть ли республики в других... Только одна федерация российская осталась на этой планете, которая держит в своих границах, в своей тюрьме остальные государства, которые должны быть независимы. Вот я у тебя поэтому и спрашиваю, как ты считаешь, должна ли Бурятия как государство, имея все свое, должна ли она быть независима еще экономически и политически от России или нет? Ну, если они сейчас на данный момент в составе Российской Федерации, я считаю, что, конечно же, нет. Это же логично. Почему логично? И мы были в составе СССР, но мы оттуда убежали и очень этому довольны. Понимаешь? Да. Вот, а было бы ли довольно Бурятия, как ты считаешь? Смотри, ты не прав. Ты говоришь, мы довольны. Я знаю много украинцев, я так понимаю, ты с Украины. Я знаю много украинцев, которые недовольны. Сколько ты знаешь человек? Допустим, даже знаю людей, которые, есть такие, как ты, которые прям, хотя ты еще не грубиян. В основном у вас грубияны в чат-рулетке. Ты, по-моему, уходишь на другую тематику сейчас. Не-не-не, сейчас я договорю. То есть ты еще более-менее адекватно знаешь, а половина из вас, неадекватно. Зачем мне эта история? Я же тебя не спрашивал, сколько адекватно. Да, ладно, давай, продолжай. Хорошо. Я тебе задал вопрос. Сколько тебе украинцев сказали о том, что было хорошо при СССР? При СССР было хорошо. Я чуть про другое, наверное, имел в виду. Много у меня знакомых украинцев, которые приехали и после 2014 года, и после крайних ситуаций. И вот я хочу тебе объяснить, что не все украинцы думают, как ты, что типа Россия – это плохо. Вот я про что имел в виду, а не про СССР. Сколько людей тебе сказало то, что Россия – это неплохо? Наверное, 4-5 украинцев, с которыми я в своем городе... Знаешь, какое население Украины? Да, знаю, что когда Советский Союз распался, у вас было 52 миллиона. Сколько сейчас? На коренных украинцев у вас где-то 25 миллионов. Вот, а тебе сказала 4 человека? Что ты думаешь, я в своем городе, у нас миллион украинцев, что ли? Так как ты можешь делать вывод из того, что ты с 4 людьми поговорил? Я не делал вывод. Приехавшие, скорее всего, из Донецка, которые вынуждены были приехать оттуда куда-то бежать. А куда им еще бежать? Куда им еще бежать, если не в Россию? Можно, у меня есть знакомые, которые из России, то есть из Донецка переехали в Россию, а потом из России в Норвегию. Вот я с таким знаком парнем, я с ним общался, у нас с ним есть видео записано, я выставил на канале у себя. Он мне все... Он из Мариуполя, кстати, а не из Донецка, из Мариуполя. Он мне рассказал всю историю, которая там была, как его там захватывали, как там били и издевались над ним российские войска, как их там в подвал садили и пугали, сейчас будет расстрел, как там все уничтожалось, как они спокойно, мирно жили и никого не ждали. И к России было просто отношение как к стране соседней, и все. А теперь они ненавидят вас там все. Вот. И как они пришли и просто над людьми издевались, портили им жизнь, освободили их от хорошей жизни, вот так, грубо говоря. Он ему все рассказал, он в Норвегии живет, ничего не боится уже, вольно об этом может говорить. Да, многие, конечно, не смогли из России выехать, ему повезло, он сумел. Понял, а вы где находитесь? В Украине. Понял, а в каком городе? Киевская область, возле Киева близко. У меня просто нет тут специальных программ, чтобы вычислять, где вы, что вы. Так, давайте дальше. Я же тебе задал вопрос, на который ты так и не отвечаешь. Как ты сам считаешь, вот если в государстве Российской Федерации есть еще множество разных государств, с какой целью они находятся в еще одном государстве, не имея экономическую и политическую свободу? Что я имею в виду? Например, Якутия. Якутия от этого государства, имеющее свою конституцию, свой гимн, свой флаг, свой язык,
свое законодательное там на своем прикинь, уровне. В Российской Федерации вот имеют их... свой гимн, да. свой флаг. Ох, свое вот все. Видишь, как ты прозреваешь, вот как я просвещаю людей. Вот это отдельное государство, по сути. Их ничего не связывает с тобой. У вас все разное. У вас разная религия, разный язык, разная конституция. А кто не у вас все... Они язычники. А, ну ладно. Или буддисты. Там буддисты и язычники есть. А ты, наверное, мусульманин, да? Нет. Нет? Православный? Нет. А ты вообще атеист, наверное? Нет. Иудей? Нет. А кто, интересно? Ну, давай. Что-то я все... Ты не отгадал, ладно. Так, назвал все, что... Шли... Так, назови, мне даже интересно стало. Назови. Ты не все назвал, ладно. Кришнаит? Нет. Буддист? Нет. Подожди, православный христианин, католик? Греко-католик? Нет. Армяно-католик? Армянский православный? Нет, такого не бывает. Ты христианин вообще, нет? Да. Ну все, христианин. Значит, есть православный христианин, есть католик. Ты какой, православный или католический? Нет, ты не прав. Ты баптист? Есть еще. Баптист, адвентист? Нет. Тебе подсказывают, что ли? Нет, нет, подожди, я это тематику, которую я люблю. Я очень знаю много конфессий разных. Я понял. А, свидетель Иеговы. Я даже не знаю, что это. Даже не знаю, что это. Ладно, я понял. Ты этот протестант, я понял все. Значит, смотри, вот отдельная страна Якутия, которая не может вкладывать деньги в свое развитие без Москвы. Вот не может. Потому что они добывают алмазы у себя в стране и отдают все в Москву. А Москва этими алмазами распоряжается так, как им выгодно. Она их продает по всему миру. Деньги от продажи алмазов идут в Москву, а Якутии там дают процентов 10. А было бы справедливо, например, если бы Якутия была независимой страной, имея все, и продавала бы Москве эти алмазы. И шли деньги напрямую, 100%, и шло в Якутию. И потом бы за эти деньги Якутия себе сделала дороги нормальные. Школы нормальные, обустроила себе дома. Смотри, в Якутии есть такая история, когда три раза к бабушке, к скорой помощи не доехала, застряла в болоте в Якутии. Почему бы там не сделать дороги хорошие? Смотри, прикол. Сейчас, давай, Якутия. Прикол. Ага. Напиши там, скорая помощь застряла в болоте в Якутии. А ты знаешь, как его, примерно... площадь Якутии. Вот, если, допустим, берем площадь Якутии... Ну, большая, допустим, большая, да. Ну, она, допустим, как половина Украины или как 1/3 Украины. Я так или не скажу. Там... Мне так тяжело сказать. Забей в Гугле, посмотри. Я в американском Гугле забей. Ты не знаешь? Нет, я не знаю. Не знаю. Посмотри. Ну, сейчас. Вот, я посмотрю Якутия. Ты в Гугле смотришь или в Яндексе? А да я могу в Гугле, мне вообще без разницы. Google. Американский же, такое? Американский Гугл врет, сейчас тебе напишет, что Якутия плохая. Нет, я хочу, так, сейчас, Якутия, площадь. Сейчас. Кое-что хочу проверить. Ага, 3 ляма. Так, крупный какой-нибудь город ваш назови, кроме Киева. Львов? Крупный? По ты по площади имеешь сюда? Ага. Одесса. Одесса, сейчас, сек. Сейчас. Одесса. Сейчас. 160. Блять, тут что-то по-разному. Я еще чуть-чуть. Так, ладно. Смотри. Вот я чуть-чуть по-другому всегда рассуждаю. Вот я сейчас посмотрел, сколько в Якутии школ. А школу-то в Якутии кто строил? Русские, наверное, да? Ну, русские, так как в Российской Федерации. И сколько в Одессе школ? В какой-то Якутии в 5 раз больше школ, чем в Одессе. Вот я по таким фактам люблю. А нужно осмотреть, знаешь как, сколько школ в Якутии и сколько в Украине? Давай. Зачем ты взял город Одессу и государство Якутия? Ты вообще в своем уме? Сколько школ в Украине. Ой, блядь, ты же сказал в Гугле, да? Сейчас все. Так, где угодно. Школа Украине. Так, это 13 тысяч тех, кто находится в оккупированной территории с 1 сентября, были из них, то есть 6 тысяч 597 начало обучение в привычном.
Так, что-то непонятно, что-то написано. В Украине в настоящее время функционирует 13 тысяч школ, не считая тех, которые находятся во временно оккупированных территориях, и с 1 сентября половина из них, то есть 6593, начала обучение в привычном обычном формате. Это значит, сколько школ, что-то я до сих пор не догоняю. Сколько школ у вас? Ты же писал только что. Я не знаю. Смотри. Школа Якутии. Посмотри в камеру. Посмотри в камеру на секундочку. Я смотрю. Смотри, школа Якутии. Смотри. Так, что там? Такие школы в Якутии все. Там только одна школа есть нормальная. Одна. Не представишь. Сколько школ в Якутии ты нашел там в Ютубе? Тут прям конкретно 680, что ли. В Якутии всего 680 школ? А, да. Причем всего. У нас в Киеве там, по-моему, 300 их. Это только государственных. Я еще молчу про частные школы. В смысле, так, погоди, я еще поступлю. На карте вообще какие-то тут. Типа уж мне прям интересно, что ты там напридумывал в своей голове. Что я напридумывал? Я тебе говорю, в Киеве больше 300 школ. У нас, столица, у нас есть... Подожди. Так, это Якутия. Якутия это государство. В Гамбурге школ. Якутия это государство, алло. Это государство, это большое государство. А Киев это город. Ты сравниваешь город с государством. Ты в своем уме? Киев это столица второй европейской страны мира. Там школ меньше, чем в Гамбурге. Зачем ты вообще начал сравнивать? Объясни мне. Мы говорим о том, что... Смотри, ты лучше сравни... Давид, послушай меня. Ага. Ты лучше сравни количество якутских школ с количеством московских школ. Или там с центральной России. Ведь деньги туда якутские уходят, не в Украину. Пойми, что за деньги Якутии живет Путин и строит себе дачи. И воюет сейчас в Украине за счет якутских алмазов. Пойми, вот в чем дело. А ты сравниваешь, берешь с Украиной. При чем здесь Украина? Какое ваше вообще дело до Украины? Ты задаешь мне вопросы, которые мне непонятны. Я хочу тебе тоже задать, которые... Ну, ты увидел? Тебе у нас во время войны функционирует 13 тысяч школ государственных. Еще куча частных школ. Я о них молчу уже. Вот, что тебе еще непонятно. И у вас 600 школ в Якутии. По всей Якутии огромной 600 школ всего. Все? Ты был в Якутии вообще? Ты... Трогал горячую сковородку когда-то пальцем? Да. Утюг до лица прикладывал? Нет. А откуда ты знаешь, что он горячий? Что-что? Откуда ты знаешь, что если приложить утюг до лица, будет тебе больно? Откуда ты знаешь? Нет, ты спросил горячий утюг. Да, да. Ты знаешь, что будет больно, да, если ты приложишь? И будет шрам. Откуда ты знаешь? Почувствую. Откуда ты знаешь? Ты же не пробовал ни разу. Смотри, так... А? Ты же ни разу не пробовал. Откуда ты знаешь, что будет больно? Ну, это логично. Логично, что я не был в Якутии, но логично я могу зайти в интернет и найти то все, что там меня интересует. Все школы... Да, и логично, что ты задаешь странные вопросы. Но что я тебе тоже странные вопросы? О чем странность моего вопроса? Думаю, почему в столице второго по площади европейского государства... Самая красивая столица в Европе, да. Дай бог, я только рад. Почему... Там школ меньше, чем в каком-то немецком... Кто тебе сказал? Там. Кто тебе сказал? Ты сам сказал, что в Киеве... Сколько ты сказал? 300 школ? Я не знаю, сколько в Киеве школ. Давай посмотрим. Я говорю, что я знаю. Подожди. Номер 321 в школе есть. Я говорю, около 300. Может, больше. Я же не знаю. Давай там посмотрим. Там больше. Там 1000 должно быть. Это давай посмотрим. Может. Я не знаю. Давай посмотри. Тебе интересно, сколько школ в Киеве? Давай поглянем. Конечно. Школы. Это же самое главное. 500 школ. 500 школ. Как во всей Якутии, да. А сколько в Гамбурге, ты говоришь? В Гамбурге, в Ганове, ну, в Гамбурге больше, там в районе тоже 500, что ли. Я сейчас посмотрю. Не понял. Ты что-то говоришь сначала одно, потом я перепроверяю, ты уже боишься, другое говоришь. Ничего не понял. Ну, сейчас я проверю. А, точно, я нашел. Хочешь, точно, я нашел, да? Сколько в Гамбурге школ. В Гамбурге школ. Знаешь, сколько? 245, чувак. И 500 школ в ровно в два раза больше в Киеве. Во второй, как ты говоришь, столице Европы. Yeah. Ой, чувак, ты что-то такое мелешь? Непроверенное, конечно. Подожди. Ну да, Гамбург – это второй город Германии. Так, 245 давай. Школ. Сколько школ? Да, ну, подожди.
Обучение в Гамбурге для школьников, которые включают вообще основная курсовая программа, то у нас это более защиты около 500 общеобразовательных школ, 17 государственных и несколько. Понимаешь, блин, ты в каком источнике смотришь сейчас? Ну, что за сайт? Давид, послушай меня сейчас внимательно. Вспомни, что ты мне трактовал 5 минут назад. Почему в Киеве всего 500 школ, если в Гамбурге их там тысячи? Я не говорил, что... Ты говорил, почему так мало? Ты сказал, в Киеве 300. Перемотай. Посмотри. Я говорю, я не знаю. Я знаю, что есть школа 321, потому что я там, у меня есть связь с этой школой. А сколько их на самом... Давид, не перебивай меня. Давид, некультурно перебивать людей. Да, хорошо. Я же тут просвещаю тебя. Я тебя просвещаю, как наставник духовный. Ты должен меня слушать внимательно. Ты должен внимательно слушать меня и принимать все, что я говорю. Мы должны друг друга слушать. А потом я тебе дам слово. Дам тебе слово. Будешь говорить. Давай. Разговор начался о том, что в Киеве мало школ, потому что это вторая столица. Как так мало школ? В Гамбурге больше. Я тебе нашел. Никто не говорил, что мало. 2006 год, у меня написано. Википедия. Гамбург. 2006 год. 245 начальных школ. А что ты не посмотрел сразу 1900? Я тебе назвал только что. 2006. Первое, что мне попалось. Я же не искал. В Киеве 500 школ сейчас. Во время войны работают. Смотри. Только государственных. Еще такое же количество школ частных. То есть, да, давай еще доплюсовывай к 500, еще 500. И видишь, что в Киеве около 1000 школ в общем ты, образовательных ты школ. Ты смотришь сайт Википедии, тебе не стыдно? Вы вроде не доверяете Википедии. Кому, какому ты сайту доверяешь? Нет. Просто смотри, а на моих сайтах пишут 500, ты говоришь 245 на 2006 год. Да без проблем, пусть будет 500. Ты о чем вообще говорил? Зачем ты сравниваешь Киев с Гамбургом? Зачем? Какой смысл? Да я не сравниваю. Я говорю, ты задаешь... Почему, почему мы сейчас говорим о Киеве? Почему мы дошли к тому... Почему мы дошли к тому... Почему мы дошли к тому, что мы говорим о Киеве и Гамбурге? Скажи, потому что ты начал... Давид, не перебивай меня. Потому что так ты мне сказал о школах, количестве школ. Ты сказал, что в Гамбурге больше их. Ты еще с таким хистом говорил. Почему вторая столица Европы, а там меньше школ, чем в Гамбурге? Получается больше в два раза. Ты услышал меня? Почему я так говорил? Потому что ты сказал, что там 300 школ, а я где-то до этого читал, что в Гамбурге 500 школ. Соответственно, я сделал логический вывод. Если человек... Вспомни свои слова. Смотри, я же вырежу потом. Я же перемотаю потом и вырежу, как ты говорил, о том, что должно быть больше тысячи в Киеве, как в Гамбурге. Эти же слова есть. Я же их вырежу потом и вставлю сюда. Вот прямо сейчас я делаю паузу. Покажи сейчас. Нет, у меня запись идет. Я потом... Покажи мне у меня сейчас, идет запись. Я сказал... У меня идет запись. Хорошо. Если это ты... Абсолютно. Смотри, я могу остановить запись, тебе перемотать. Это займет время. Я тебе докажу, что это сказал. Но, смотри, только... но в чем будет прикол? Что это займет тебе там минут 20, потому что они будут сейчас рендериться, все сжиматься. Ты готов ждать? Что я сказал... Подожди, пожалуйста. Ты сейчас уверен, что я сказал... Я хочу, чтобы ты пересмотрел и понял, что ты хуйню сказал. Что я сказал, что в Киеве... школ, их должно быть тысяча в Гамбурге. Ты уверен, что я так сказал? Ты сказал, почему вы вторая... Вы, дорогой товарищ... тихо, Давид, не подгорай. Смотри, ты уже как подгораешь, это уже очень заметно. Не надо пальцем там махать, не надо. Тихо. Я тебе слова не давал еще. Успокойся, выдохни, все хорошо. Ты уже на мат перешел, тихо. Смотри, я тебе включу звук, если ты не будешь подгорать. Давид, не подгораешь, я тебе отвечаю. Нет, стой. Мне надо просто материться. У меня программа стоит. Так только человек матерится, сразу звук падает у него в ноль. Не надо меня перебивать. Ты же видишь, у меня все это накручено. Я уже знаю, кто ты, где ты живешь и все дальше. Не надо меня перебивать. Костромич, все хорошо. Ярослав Левиц, успокойся. Давид, я тебе отвечаю. Тебе интересно ответ услышать? Ты несешь фигню. Тебе интересно услышать ответ? Ты готов слушать? Ты готов слушать, Давид? Нет. Нет? Все. Пошел вон. Друзі, ви ж самі чули, що він говорив. Що він почав порівнювати київські школи з гамбурзькими школами. Що, типу, у нас дуже мало в Києві шкіл, а там багато. І як ж так, друга столиця, і немає скільки шкіл. Друзі, ви чуєте все, бачите. Ваша реакція буде в коментах. Напишіть, що ви думаєте щодо цього. Не забувайте, що ми зараз... Продовжуємо збір на ремонт автівки. Залишилось дуже чуть-чуть, але треба зараз максимально зосередитись
допомогти хлопцям із Збройних сил України зібрати кошти на ремонт, там невелика сума 30 тисяч, разом до перемоги і слава Україні!